В преддверии майских праздников власти Химок ввели противопожарный режим, ограничили въезды на территорию лесопарковых зон и запретили разведение костров. Связано это с тем, что в регионе установилась теплая сухая погода, а вместе с тем возрос риск пожаров. Силами отдела надзорной деятельности совместно с сотрудниками УМВД по городскому округу Химки, администрации городского округа и добровольными пожарными дружинами будут проводиться ежедневные рейды с целью предупреждения нарушения правил пожарной безопасности. Правонарушителям протокол и одним предупреждением в режимный период не обойдется. Штраф все же выпишут. А суммы довольно приличные. К примеру, рядовых химчан ждут санкции до 4000 рублей. Гораздо больше придется заплатить представителям малого бизнеса и юрлицам – от 30 до 400 тысяч. Но от слов к делу и экипаж из представителей администрации, Химспаса, МЧС, полиции и добровольной дружины готовы к разъяснительным мероприятиям. Раздаем агитационные материалы, информируем жителей о административном правонарушении и влечении за собой штрафа. А этой группе совсем не до агитационных памяток. Уже скоро у них в мангале останутся одни угольки и можно будет жарить шашлык. Громкая музыка, недоумевающие лица. Похоже, такого развития культурного досуга отдыхающие вовсе не ожидали. И сразу же защитная реакция. Кто из вас допустил нарушение, развел костер, тем самым допустил нарушение требований пожарных запасов? Сейчас костра нет. Мы видим, что сейчас нет, но до этого там был. Отдыхающие все же предоставили документы, при этом не оставляли попыток оправдаться, отрицали факт того, что костер сжигали они, но протокол составлен. Штраф 2000 рублей, на оплату 10 дней. Однако протокол можно обжаловать, если есть неопровержимые доказательства в пользу самих отдыхающих. Акраман Ивлоев, Дмитрий Бочаров, служба новостей.